На улице март, а значит учебный год для десятков тысяч выпускников нашей республики вышел на финишную прямую. Не за горами серьезные испытания, которые подведут итог многолетнему образовательному процессу. Однако уже сейчас полным ходом идет вступительная кампания для белорусских абитуриентов, желающих стать студентами вузов Российской Федерации. Мы приглашаем ребят, абитуриентов, учащихся 11 классов, поучаствовать в этой кампании. Хотела бы отметить, что количество квот для белорусских студентов в этом году значительно увеличено по сравнению с предыдущим годом. Если в предыдущем у нас было всего 280 квот на всю Беларусь, то в этом году это 700 квот. Абсолютно различных специальностей. Ребята могут поступать туда, куда зовет их душа, сердце, да, к чему они больше расположены. На 700 мест в российских вузах на данный момент претендуют порядка тысяч белорусских абитуриентов. А потому шансы на поступление действительно высоки. Следует отметить, что помимо среднего балла аттестата и результата вступительных испытаний, будут оцениваться также личные достижения будущих студентов. Все зависит не только от того, как они учились в школе. Конечно, они предоставляют документы о своем образовании за первое полугодие 11 класса, ну а также от их общественной жизни, от их участия в различных проектах, в олимпиадном движении. Чем выше уровень олимпиады, тем больше шансов ребенка поступить. Естественно, олимпиады должны быть по тем направлениям, на которые ребенок планирует поступить. Первое, что нужно сделать, зарегистрироваться на сайте, который называется Education.ru. Зарегистрироваться очень просто. Сложностей обычно никаких с этим нет. Дальше нужно на этом же сайте прикрепить определенное количество документов. Первое – это паспорт белорусский. Второе – это выписка из табеля успеваемости итоговых отметок за первую и вторую четверть 11 класса. Ответить на все вопросы, которые предлагает сайт. Это анкета, так своеобразная. Затем отправить документы на проверку. Напомним, что срок подачи документов продлен. Этап завершится 15 марта. А это значит, что использовать такую возможность еще не поздно.